Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Когда-то давно, в 1996 году, я впервые узнал вот эту истину. С этого момента, с февраля 1996 года, у меня все и началось. Я прочитал книгу, которая называется «Наполеон Хилл. Думай и богатей». И вот оттуда эта информация. Сейчас я научился ее использовать. Вот с 96 года моя жизнь кардинальным образом поменялась. А до этого, будучи взрослым человеком, даже понятия не имел, как люди достигают успеха. Просто жил, служил, старался и ничего не знал. А сейчас вот знаю. Сейчас хочу вам кое-что рассказать. Вот не знаю, как вам видно, но я покажу. Вот цепочка, неполная цепочка действий. Специально я не все нарисовал. Красивая такая картинка, яркая во всяком случае. Смотрите, если у вас есть цель, вот это называется опорный сигнал. Вы никогда не забудете теперь то, что я сейчас вам показываю. Вот эта вершина, вот эта самая вершина, это, представим, что это ваша цель. Вот стрелочка, вот вы начали движение по ней. Вот вы начали движение. Вот. К своей цели. Представим. Вот вам нужно прийти сюда. Как это сделать? Во-первых, надо знать, что ты хочешь точно. И вот здесь подробно написать, чего ты хочешь. Конкретно. Цель – это мечта со сроком. Со сроком. К такому-то сроку я хочу то, к такому-то то. Продумай, запиши, выбери, зафиксируй, обязательно запиши и начинай движение. Если ты не знаешь, куда тебе прийти, то ты и не придешь никуда. Самолет, который взлетел и летит куда-то, никуда не прилетает, как правило. А пароход, который выходит из порта, никуда не приходит. Движение, которое ты начинаешь в этой жизни, если ты не знаешь, куда бредешь, плывешь, летишь, едешь или двигаешься, то оно никуда тебя и не приведет. Но если ты знаешь конкретную цель, все, значит, у тебя уже полдела сделано. Полдела, как минимум. Например, ты хочешь стать вице-президентом компании Дубли. К примеру, там, где я работаю, Дубли. Вот я хочу стать. Моя цель – вице-президент. Что я для этого делаю? Я двигаюсь по стрелке вот сюда. Что это за крест такой? Ну, понятно, крест – это такое емкое понятие, но для меня крест означает веру. Я должен верить, что я смогу этого достичь. Почему? Без веры ничего невозможно. Что есть вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Прежде всего, я заставляю поверить себя в то, чего еще нет. Я просто повторяю себе, я вице-президент корпорации Дубли. Я добился успеха, я богатый, я успешный, я миллионер. Я вколачиваю себе в голову эту главную мысль. Я заставляю себя поверить в то, чего нет. Вера есть уверенность в невидимом. И осуществление ожидаемого. Я должен осуществлять, делая то, чего я ожидаю. Для этого мне надо принять, что мне надо принять? Мне надо принять решение. Вот на этой картинке, смотрите, вот на этой картинке это опорный сигнал. Опорный сигнал – это символы, с помощью которых можно запомнить большой объем информации без текста. Вот Рубикон. Был такой исторический герой, все его знают, Юлий Цезарь. Император римский, и однажды он оказался в ситуации, когда ему нужно было принять решение вступать в бой с превосходящими силу его соперником по числу или нет. На другой стороне речки, на берегу которой он остановился со своими легионерами, был противник. Если он перейдет реку, то значит все, назад дороги нет. Речка называлась Рубикон. И вот он сидел, думал, а потом отправил гонца в Рим и с письмом. В письме было написано «Рубикон перейден». И с тех пор эта фраза «Рубикон перейден» означает «Решение принято, назад дороги нет». У меня есть цель,
Я хочу стать богатым и успешным, я хочу зарабатывать $1 000 000 в год остаточного дохода. Я заставляю себя в это поверить, повторяя каждый день и действуя в направлении своей цели. Для того, чтобы начать это делать, я принимаю решение. Я принимаю решение разбогатеть, стать богатым, успешным и попасть на вершину своей цели. И назад дороги нет. Рубикон перейден, я всем объявил об этом, все знают, в данном случае вам я сейчас объявил. Я объявил об этом своей семье, сказал своим детям, сказал своим друзьям, я всем об этом сказал, назад дороги нет, самое главное, я принял решение. Теперь мне нужно разработать план. План. У меня должен быть план, как я буду действовать. Когда вы придете к нам, вы узнаете, что такое план, мы вам покажем. У нас готовая схема, как просто как выполнять простые действия, чтобы прийти к своей заветной цели, к своей цели. Теперь после плана нужно, или в план включает в себя получение знаний. Вот книга означает знание, но здесь есть одно слово, специальное знание. Люди дохренище всего знают, чего только люди не изучили. У меня была знакомая, которая ходила на все курсы, какие только можно. От парапсихологов до приготовления пончиков. Вышивка, макраме, книги читать, значит, правильно, быстро, быстро чтение, значит, экстрасенс, вязание. Короче, все. Я говорю, зачем ты это делаешь? Она говорит, в жизни все пригодится. Фигня. Фигня на постном масле. Если у тебя есть цель, если ты укрепляешь в себе веру, что ты ее достигнешь, приняв решение, если у тебя есть план, и ты действуешь по плану, осуществляя в нужное время нужные действия, то тогда тебе нужно знать, как эти действия осуществлять. Не вообще знания, а конкретные, специальные знания под свой план, под свою цель. Вот как это должно быть. Поэтому знания должны быть специальные. Вы должны стать асом, специалистом в своей области. И, наконец, следующее. Вот эта вот картинка, вот что она может означать? Вот эти круги радиальные такие. Значит, упорство. Нет никакого более важного качества, чем настойчивость и упорство. Вам нужно стоять на своем, что бы это для вас ни значило. Круги здесь вот что, я расскажу вам быструю историю. Один парень разбогател сильно, и журналисты его допекали, как тебе это удалось? Он говорит, ну благодаря упорству. Говорит, а как тебе, почему упорство? Он говорит, да только благодаря упорству. Я был просто упорный, и поэтому я и разбогател. Он говорит, ну расскажи, как это произошло? Он говорит, ну мне никто, у меня была идея, бизнес-идея, но никто денег не давал. И я ходил по банкам, мне никто не давал денег взаймы. Мне надо было там всего-то несколько миллионов, а они не давали с собаки. Он говорит, ну и что? Ну, я сказал, что я все равно добьюсь, потому что у меня есть цель. Потому что я верю в то, что я дойду. Неважно, дают мне сейчас деньги или нет. Потому что я принял что? Решение. И у меня был план. План включал в себя получение кредита под мою бизнес-идею. Я получил специальное знание. Кто-то мне сказал, что нужно добиваться кредита любой ценой. Обязательно какой-нибудь банк даст. Нужно просто им показать, что твоя идея работает. И я стал ходить из банка в банк, они не дают. И тогда я достал карту и начертил маленький круг на своем городе, город Чикаго назывался, и в центре города. И туда попало несколько банков. Я их все обошел, меня послали в одно место. Я нарисовал больший круг, обошел все банки, которые попали в этот круг, меня послали. Я нарисовал больший круг, меня послали. Я обошел еще один круг, сделал, меня послали. И наконец я нашел банк, который оказался где-то вот здесь, где-то вот тут вот оказался банк, и мне наконец дали кредит. А журналисты говорят, а если бы вам тут не дали? Он говорит, ну я бы рисовал дальше круги, страна большая, Чикаго не один город в Америке. Я бы рисовал круги до тех пор, пока бы не нашел. Вот так вот, вот таким вот образом делается бизнес, имея цель, укрепляя свою веру, приняв однажды решение, имея план, получив специальное знание, проявляя упорство и зная еще кое-что, о чем я расскажу вам позже. Я желаю вам удачи. Следите за тем, соответствуют ли ваши действия, вашей цели. Сильна ли ваша вера? Приняли ли вы решение, которое не позволит вам уйти с него?
Если у вас конкретный план, кто-нибудь помог ли вам его составить? Получаете ли вы те знания, которые ведут вас к вашей цели? Проявляете ли вы упорство? Неважно, сколько времени это займет. Все. Если это есть, я вас поздравляю. Если нет, приходите, я вас научу.